Всем-всем огромный привет! Сначала хочу сказать вам спасибо вам за то, что вы меня поддерживаете. Пишите комментарии, такие неравнодушные девочки. Ну, спасибо, очень приятно. Всех поблагодарила, начнем. Сегодня снимаем видео «Кабачки как грузди». Вот, такое очень-очень, ну, супер легкое. Я даже не знаю, что может быть легче. И скажу вам честно, что рецепт этот раздавала всем, а сама готовила всего по этому рецепту один раз. Очень-очень старый у меня рецепт. И главное, у меня написано два вида этих кабачков. Но я помню, что я готовила именно с черным перцем, вот который я сегодня буду готовить. Может быть, как-нибудь я и с красным сниму там следующий рецепт с красным перцем. Девочки, я, как всегда, готовлю только на пол порции. Ну, сами понимаете, почему. Как-нибудь вот, когда заготовки будут близиться к концу, я вас приглашу в свой погреб. Посмотрите там, кто кушать будет. Для начала я, конечно же, оставлю рецепт под видео. Я вам расскажу, что я взяла. Кабачки. Мне нужно будет для половины порции 1,5 килограмма. Пучок петрушки. По желанию можно добавить укроп. Мне нужна будет на всю порцию головка чеснока. И на пол порции я тоже добавлю головку чеснока, потому что я люблю чеснок. Поэтому я сюда тоже добавляю головку чеснока. Теперь у меня вот тут 3 ложки сахара. Такие с небольшой горочкой совсем, столовых ложки. 1 столовая ложка соли. И 1 чайная ложка черного перца. Теперь у меня... Мы сегодня на новую камеру снимаем, не знаю, как получится. У меня 100 мл 9% уксуса. Это для половинки порции, опять же. И 125 мл подсолнечного масла. Для начала мне нужно очистить от кожуры кабачки. От кожуры и от семян. Мне нужно взять, я вот один кабачок уже почистила. Ну вот, вот так вот примерно я их очищу. Посмотрите, сейчас буду чистить кабачки. И что еще самое важное, не нужно, чтобы кабачки были молоденькие. Вот перерастают же, бывает, смотришь на грядки, и вот переросли. Я вот один такой почистила. В общем, 1,5 килограмма очищенного веса у меня должно быть. Ну, а кожуру вы уже знаете, куда я использую. Буду рагу собаки варить овощное. Ничего не пропадает даром. Нужно вычистить серединку, чтобы тут никаких семечек не было. Максимально приближенный к грибам. Ну все, девочки, кабачки я почистила, и теперь мне нужно их порезать. Режьте, как вам нравится. Вы же будете их кушать. Ой, как будто яблочко.
картошка у меня уже помыта, немного подсохла, и нарезаю ее. Девочки, укроп у меня замороженный. Я уже говорила, что я заранее его приготовила. Ну, тоже по желанию, по вашему. Теперь нам нужно это сюда закинуть, эти специи. Вот так. Вот так. То, что мы тут приготовили. Налить уксус. Налить маслица. Ароматы стоят. И, знаешь, и сейчас я порежу чеснок. Чеснок я режу ножиком. Остается только перемешать. И оставить все это на 3 часа. Пусть маринуется. Потом придем, разложим по баночкам и простерилизуем. Девочки, ну готовятся эти кабачки под грузди, ну очень-очень быстро. Вы даже не заметите, как вы это приготовите. Это я вот готовилась тут. Того в тарелочку разложите, это в тарелочку. Вам-то это все не надо. Быстро-быстро накидали все. И все, и приготовили. Ну все, ждем теперь. 3 часа пройдет, и встретимся вновь. Девочки, прошло 3 часа. Я это уже пробовала. Мне это очень нравится. Но хочу вам сказать, мне соли не хватает. Так что, девочки, соль по вкусу. Захотелось вам, так подсолите. Раскладываю я это все в банки. У меня вот пол-литровые. У кого нет такой прекрасной штучки, обязательно, девочки, себе приобретите. Очень удобно. Разложила крышечками стерильными, закрыла все. Теперь ставлю стерилизовать. Все, девочки, воды налила и поставила. Сколько будет кипятиться? Мне нужно это кипятить, когда закипит, 25 минут. Вот какая доставалочка то есть у моей жены. Доставалочка. Вот так вот раз, и руки обжигать не надо. Не говори. Она забыла про нее. Не знаю, с девочками поздоровался, нет в этом видео. Всем привет, девочки и мальчики. Как? Ну, в Германии говорят, guten tag. А в Англии, hello. А на Украине, как говорят? Здоровенький был. Вот точно. А в Казахстане? Тоже мне украинец. Приехал с Украины, ничего не знаешь. А в Казахстане как? Салем. Салам алейкум. О, салам. Салем, салам. Короче, ты что, полиглот, что ли? Хочешь показать какой-то? Короче, поздоровались на всех языках наших зрителей. Ну, большинство языков. О, а испанцы, как говорят, они же тоже нас, наверное, смотрят. Прям как мы кабачки закручиваем. А чё бы нет-то? Девочки, кабачки закрыты. На сегодня это все.
Всем хорошего просмотра, удачных заготовок. И всем-всем пока-пока. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Девочки, я забыла вам сказать, я сейчас все это укутаю.